Ящериц. Сейчас. С овальной башкой. Сейчас мне же вообще найти надо. Ау. Вот такой? Вот такой это какой? Вот, ну, череп. Нет, не этот. Синий-зеленый. Так, синий-зеленый маунты, ну, включились. Ну, ты говорила, два инопланетных. Да, вот этот. А, нет, так его давали за что-то. Не помню, за что, но за что-то его давали. За боевой пропуск, по-моему, прошлый или позапрошлый. Макс, ты в танке идешь? Надеюсь. Да-да, могу потанкировать. Окей, давай тогда в танке, чтобы мы сейчас не переспекивали больше никого. Хорошо. Рыбку в стенке кушаете? Да, в Вуду на 8 пати это выглядит, конечно, стрёмненько. Я не знаю, как хилы тут бедолаги справляются на 8 окон. Это нормально. Я по цвету все сделал, ну, чтобы каждый класс был виден. Нормально. Боже, там еще и это можно подставить. Да? О, не, у меня просто сплошная зеленая панелька. Не, я по цвету сделал, все красиво. Так, хорошо, как это и настроить? По цвету? Да. Сейчас, подожди. Это значит... Ребят, так вы возьмите, суммоните всех. Это, это вкладка по панели. Не по первая, вторая, третья какая-нибудь. Сейчас, подожди, я вспомню. Нашла. Панели, полосы. Вверху строчка, нажимаешь на стрелочку. Подождите, подождите. Так, какую стрелочку? Текстуры, полосы. Вижу. Вот смотри, у тебя Custom Settings. Это второе окошечко, оно посередине. Там на стрелочку нажми внизу. Выбирай Heals. Это манбар? А, вот это, а, да. Heals Generic Class. Color. Нашла? Нет. Смотри. Закрывай все, открывай заново. У тебя внизу раз, два, три, четыре, пятая кнопочка панели. Нажимай туда. Вот это так и есть, ну. Справа смотри, общие размеры полосы. Третья строчка полосы, нажимай. Ну. У тебя появляется три окошечка. Текстуры и полосы, custom settings разные. Да. Custom settings у тебя вот внизу. А, вот полоска со стрелкой, стрелочку, да. Нажимай Heals. Generic Classic Colors. Это вторая по счету. Ура! Какой красивый стал. Ужасно. Это ужасно. А еще можно настроить всякие бафы, дебафы, там, щиты. Нет, там мне это не надо, я нахера. С какой стороны там отображение щитов и всего остального? Тики всяких фоток. Я как бы это, в ДД, а мне это вообще все равно. Тут прямо в черепе стоит этот мелкий чинитель. Чинить. Не, самый прикольный цвет это, конечно, ДК. А зачем вы туда убежали? Я хотела на сторону, Бордо? Другую сторону пойти. Да, да. Ребята. А что, кстати, обнова какая-то прошла по поводу там каких-то этих аддонов или что? У меня в списке друзей ДКшники отображают. Вот он на трубе агрит. Ребята, а вы с трубы можете слезть? И вот все, кто в уголке стоит, выйдите, пожалуйста. Все остальные ушли на другую сторону. Вот вам сейчас на карте тыкают, куда вам нужно было встать изначально. Я надеюсь, все видят в мини-карте, куда вам тыкают. Все дошли?
Ромбика, ты где? Ну, он был на трубе, сагрил, умер, и все. Не трогайте босса. Я говорю, не трогайте босса, ну то такое дело. Фул ребафте, типа, рейд. Шпили заливайте. Мне кажется, не надо определенные метки игрокам давать. Все, все добежали. Дайте, пожалуйста, по ромбику фулл ребаф. Ой, не, слушайте, разноцветные, это, конечно, весело, но как-то... Напрям. Непривычно? Да, немножко глаз режет. Привет. Там еще полоски маны можно сделать. Да, не так придумано. Я просто теперь не знаю, какого цвета мне яды будут отображаться. Они же обычно голубенькими были, либо фиолетовенькими. О, положи. Яды висит. Голубые будут. Маги тоже голубые. Нет, там, ну, так, ты, короче, это будет заметно. Ага. Ты увидишь, конечно. Болезни бордовые будут отображаться. Не, ну, там цвет, не... конечно, самый прикольный у ДК и у паладинов. Когда ты будешь убивать паука, там этот дебаф будет видно. Шпили, ребят, заливайте, пожалуйста. РДДшники в огонь, мелики в землю. ДПС хорошенький. Нифига себе, что у меня сбилось. Вот это, конечно, лажа. Сейчас шпили будут. Приготовьтесь, пожалуйста. Косарь, сядь на босса пока. Не хилю, у меня тут штука сбилась, я баф не вижу. Все нормально, я на босс. Да, я потом напишу, когда буду. Давайте, ребят, чуть-чуть осталось. Пробурстаните немножко, 2% надо снять, у нас 5 секунд. На пул в танков отдайте, вторая пати. Бэры не будет, ребята, бегите сами. Бэры остаются на последнюю фазу. Не разбрасывайте, не херяйте мелочи. Все в угол встали. Макс в конце там. Нажми его. В угол его, ребят. Почти в один фрейм должен стать. Не надо его бить, ребят. Он не восприимчив. Ханты. Можете поближе к уголку встать, ребят? Шикарно. Танки, четвертая пати, побежали мимо мишки, все остальные шпиль заливают. Меня что-то сверху бьет. Давайте танки, топ-топ. ТДР, убежали, ТТМ забрали. Oh.
Я не понял, откуда мне два раза по десятке прилетел, ну то ладно. Слушайте, у нас 8 человек шикарно идут. В основном это, правда, маги. Хант, друид и пал. И один жрец. Но по десяточке дают. Шпиль заливайте, не забывайте костыем кикать. Меня продали, я упал. Ну, ничего страшного, встаем, бежим. Сейчас лужа будет. Это ему убрали, питомцом к ноге и убежали. Весь рейд уже убежал в угол, стоит, ждет босса. ДК могут помогать переставить, ну, перетянуть босса побыстрее. Дайте ребаф, пожалуйста. Ну, сейчас поставим, дадут. Давайте топ-топ. Давайте сзади не стойте, пожалуйста, сбегитесь. Шпиль прямо в боссе стоит. Стоял. Косты. Танки померли. ДК, держите босс. Или я мой. Кто-нибудь еще сядьте, пожалуйста, на шпиль на сбитие костов. Фу, рыбак попить по звездочке луне. И по ромбику. И по трюсулям. Это ему убирайте питомцев к себе, призовите. А с рога какой-то вот прыгает. Вот рога оглушил. Все, шпиль заливайте, косты ему пикайте, танки побежали. Четвертая пати вместе с танками. Танки выводим босса. Топ-топ. Ребят, сейчас шпиль где-то сзади появится. Пожалуйста, хилы прохиливайте танков. Рейд, сбегитесь под босса. Фори баф по второй пати. Шпиль в боссе. ДК на босс. Ой, на шпиль. Пробафайте, пожалуйста, вторую пати полностью. Там ребята постоянно умирают. А что на рейде яды? Умеешь ли? Ребят, косты не забываю сбивать. И диспел дайте, пожалуйста, по рейду. Жаль, мне не видно, что... Что там происходит? Потому что все разноцветные. Как были, так и стали. Они зеленые все стали. Все, побежали. Давайте, ДК, помогайте, перетаскивать его. Давайте, топ-топ. Сзади, вот зачем вы стоите, что такое стоите? Босса стали, шпиль. ДК, держите босса, пожалуйста. Пару ДК. Вары, паладины, без разницы. Заберите с собой, бля, да? Какой-нибудь ретрик, там, бабл нажми, там. Господи, дайте зубы. Скрыло, не скрыло. Все, танки забирайте, дайте фулл ребаф по танку.
На рейде во время перебежки остается два хила, которые в первой пати. В четвертой пати убегают всегда с рейд, ну, с танками. Не знаю, там, щиты какие-нибудь, что-нибудь забрасывайте на них. Хильте быстрые ноги. Сами знаете, как хилить Шомина. Сейчас лужа будет. Шпиль заливайте, косты не забывайте кикать. Танки босс повели. Вот позитив. Два шамана с четвертой пати стоят. Где-то далеко постоянно находятся. Косарь, ты на рейде. Пенанс тоже на рейде. Ты с нами. Задержка коста, пиздец. Всех долго. Да. Давайте, вы там шпиль залили? Да. Про офспир как посыпались? Заметь, сразу два человека в танк, танк аспект нашли. Три даже. Ребят, я вот эти скрины... Я вот эти скрины буду делать. Вот серьезно, в следующий раз вы ворот пойдете танками. Так я же говорил, давай я сделаю. Ты сказала, не шпилю надо. Касты. Каст, ребят, чё стоим, ждём. А чё, вы писаете, на кого ролишь? Да, я сказала. У нас какие-то люди стоят сбоку, мешают. Чё-то я пропустил. Босса поставьте в угол, ребят. Босса в угол поставьте, там человеки какие-то непонятные бегают. Шпилю косты, не забывайте, заливайте. Все, ребят, позитив последний отписался. Не выходите, служа, добиваем здесь. Прохиливайте полностью рейд, сейв какой-нибудь, что-нибудь отдайте. И бурстите в босса вот, как можете. Все, кто умер, добегают, остальные никто не уходит. Да, у босса. Вы уже стоите, заливаете, ребят. ДК, если шпиль сейчас появится, вы должны ему косты откикать. Шпиль стоит. Друиды, давайте БР в танков. Флот остался? Кто? Заливайте, заливайте, босс. Поставьте чуть-чуть на ману. Гимн на ману дайте и массейху. Нам сейчас будет очень больно, если вторая лужа появится прямо здесь. Я, пожалуй, выйду. Шпилю косты кикайте, ребят. Шпили стоят, кастуют, алё. ДК, на шпили сядьте, пожалуйста. А чё вы отписаете? Ну танки все лежат. Слишком много упало, вставайте, бегите. Две лужи, все упали, жесткая задержка коста, потому что это пинг 1500. Да вы чё, шутите, блядь? Он захилился уже на 10%. Как минимум два раза пропустили каст на шпиле. Блять, дохуя ДК, дохуя, блять, рук сранских, блять, людей, которые могут сбивать, сука, сраный каст. Вы пытаетесь мериться здесь писькой, блять, для того, чтобы нажать две лишние ебаные кнопки, блять, и выдать 10к ДПС, блин. Замеряйте, пожалуйста, ДПС где-нибудь в ЦЛК 25. Если есть место, пожалуйста, пати, я отписал ПМ. Посади разбойных косты. Так я сказала, все, кто может сбивать косты, сидите, сбивайте. Нам нужно было залить 7, сука, сраных процентов. Если сидит 4 человека на сбитии коста, блядь, значит, все остальные могут спокойно его бить. Сейчас вы, блядь, вайпы, пацаны, на Ригорне, блядь, вы на приколе. На косты. У нас фулл рейд, какие пати, ребят.
Вот этого уебня, блядь, еще залейте, блядь, хер пойми, кто, блядь, то залетает, блядь, со своими волками, то, блядь, не залетает. Содрали уже. Вниз на изготовку пошли. Пипец, вообще. Роги 4 штуки, ДК 4 штуки, не считая танка. Рог вообще 5, извините, пожалуйста. Вы не можете косты сбить? Или у вас одной кнопки не хватает на это? Рыба возле черепа сели, поели все. Только голду, блядь, всяку переводишь с этой рыбы. Вопрос, а где череп? А, внизу? Я сказала, вниз. Зачем вы наверху стоите? Извините, конечно, но у нас вот четко работает только рафтишка. Он сбил 14 костов. 14 человек сбил. Потом еще Кагероза сбил 5 костов. И ЮДК сбил 4 коста. Все остальные там по 2, по 1 и так далее. Чирка, блин, маг, сбил каст. Ну так я могу вам вайпы устроить. Хотите повайпаться? Давайте повайпаемся. Чё, Даша, кого заменить? Руки людям надо поменять и уши. Привет, Макс. Здорово. Давай я залечу кого-нибудь, заменю. Кто там рак? Дельный невосточный краб. Блять, у меня рекаунт куда-то ускакал. Через интерфейс перезапустим. Слэш шоу рекаунт. Или рекаунт шоу. Не помню уже. Можно было настройки просто нажать. Фу, ребаф по рейду дайте. Итак, все роги, которые у нас сидят, у вас 5 штук. Сейчас ханта просто перекину. В первую пати сидит с нами. Вот есть 5 рог. У всех как минимум должно быть сбито по 6 костов. Как хотите, что хотите делать. Вот без разницы вообще. Все должны сбить по 6, не меньше. Босс идет, будем пулять. И когда вам дают геру и говорят, сбивайте косты все остальные в босса, значит, все бросают, блядь, бить шпиль и заливают только босса под геру. Отдают все свои бурсты. На 10% это нормальное явление. Милики, землю, РДДшники, огонь, потом ветер. Либо милики, ветер залет, без разницы. К милик, там поближе будет. Милики, ветер, переключитесь. РДД помогут. Thank you.
Касари на босса сет. Шпили, милики, землю, РДДшники, огонь. Я сижу на боссе. Берем РДДшники землю, милики огонь. Как грипнуть его, там стоит Шомин сзади. Не буду. Чё, молодцы. РДД, а чё мы землю до сих пор не залили? Ветер заливаем теперь. От босса можно переключиться и залить шпили. Пока шпили живые, босса можете забыть. Шпили появились. РДДшники огонь, милики землю. Потом все дружески отстают от босса и заливают ветер. РДД в огонь можете как-то оперативнее сыграть? Вас очень много, а толку пока ноль. У нас есть 33 секунды для того, чтобы перевести босс. Даю Геру переводить и бурстить. Касари, сядь, пожалуйста, на босс. Спасибо. Я пока прожимки есть, немножко побью. Стопайте ДПС, мы не успеваем. Стоп ДПС, либо сейчас вайпнемся, ребят. Точечно в шпили сыграли. В землю сначала все играют. Только точечно, без АОЕшки. Огонь, милики, ветер залейте. Роги ханты, приготовьте на пол танков, вторая пати. Хилы после паучков, гимн на ману и тотем на ману поставить. Не ферейте, не разбрасывайте. Мелкие должны быть все залиты. Ребят, ну пойдите и напишите жалобу на Сирус, что вы не можете босса убить из-за того, что сильно лагает. По-моему, пацаны так делают все, что можно. .142. Попробуйте выйти с прокси-сервера и играть на обычном варианте игры. Все в угол стали, гимн на ману, тотем нам прилив поставьте, кто-нибудь один из шаманов. Хотя у вас двое, то есть один на первую пати ставит, другой на четвертую. Макс, там. Я уже ставил. Шпили заливайте, косты ему кикайте, роги, ваш выход. Танки четвертой пати побежали. Наверху стоит хант, кастует стрелы.
Два человека, после того, как... Ну, да, два человека. После того, как зальете шпиль, поднимайтесь наверх и заливайте этого придурка. А, Вельзит, это ты, блин, стоишь. Ну, блядь, сейчас скажу, это брат, блядь, зашел. Ну, пойдем, сейчас ему скажу, а что шел. Не его, блин. Помощник, все, его убили. Все, все под босса в угол встали. С тотемами совсем ДК. Помогают переставить босса. Все танки встали и бегут. На шпиле сейчас будут сидеть только роги. ДК держит босса, пока не встанут танки. ДК босса потеряли. Тотемы уберите сзади. Питомцев, чтобы сзади ничего не стояло. Роги шпиль. Сели на шпиль. Можно сесть на кол. Нет, ребят, если вы сидите на такой, то вы здесь явно рейд не сможете вести. Все, убежали обратно. Мелких не трогайте, тебя пусть прибегает. Топ-топ. Босса ведите, чего вы потеряли? Все, весь рейд уже встал в одну точку, стоит, ждешь шпиля. Шпиль появился, роги он ваш. Пол ребаф по второй пати отдайте. Каст. Пока не наорешь серьезно, никто ничего не будет делать. Я потом говорю, что девушки злые. Без пизделей, как без пряников. Да, заметь, у нас даже в Дискорд два человека зашло. С прошлого рейда. Ну, серьезно, у нас в прошлом трое сидело 36, но плюс я 37. Сейчас сидит у нас, короче, 37, плюс я 38. Так что-то все-таки дозашел. Шпиль. Заливайте, косты кикайте. Роги. Ваш босс. Ферни, ну и выйди отсюда, ты лишний, все. Фулл ребаф по ромбику, звездочки. Ромбику и звездочки. Босса выводите, ребята. Почему танки так быстро прошиваются? Два коста, шпиль. Ну так, а, блять, роги, ёбаный случай. Вы не можете два сраных коста сбить в пятером? ДК, два, которых живых, прохильте, пожалуйста, на фул и отведите босса. Все заряжены 240, грубо говоря. Почти все. Блять, а ведете себя хуже 205-х, ребят. Быстрее, быстрее, под босса. Пиль сейчас появится, нет, в жопе мира. Нет, не в жопе мира, но он появился. Фулл ребаф по рейду. Босса поставьте наконец-то. Ставлю-то там. Фулл ребаф по рейду. Отдайте, пожалуйста. В первую очередь по танкам. Лужа повелись. Убежали. Выбежали все служи, побежали, ждете в уголке. Босса ведете, ДК, помогайте танкам. Хилы прохиливайте, щитуйте, блядь, танков. Что-нибудь с ними делайте, чтобы они не падали так быстро. Шомины, вас очень много, вы можете щиты на них просто накидывать по КД. Может, немножко нас спасет. Не факт, конечно, ну да ладно. Инферни, я сказала это в шутку. Они только будные могут накидывать, они же не все хилы. А четвертая пати все фул, Уршам. И в первой пати тоже Уршам. Шпиль появился, косты, ребят. Прикольно, надеюсь, я успею.
все остальные, кто умер, встают, добегают. Че, лежим, кого ждем? По второй пати дайте ребаф. Дайте ребаф по танкам. Каску, кулак хотя бы. Хотя бы причем. Крики там свои и так далее. На Рингорна нехорошо. Сейчас лужа будет. Шпиль появился. Масс большой пропил. Четвертая пати убегает вместе с танками. Ри, останься, наверное, тоже на артрейде. Потому что два хила не факт. Я, если что, подхилили. Попытаюсь. Масс, ты где-то отъехал. Макс, я тебя хилю. Не, серьезно, надо писать, что я буду ролить на все. Как правило рейда, блин. Давайте топ. Шпиль. ДК, роги ваши. Счастье. Все остальные тоже забивают шпиль. Вот просто залить его до смерти надо. У вас там по 10к ДПС, он должен за секунду улетать. Ну, почти вот так, только можно чуть-чуть, как бы быстрее. Побежали обратно. Бедные танки, их просто по КД слаживают. Поставьте кто-то дживса туда, где мы, куда мы бежим. Может, ребята починятся, те, которые падают постоянно. Дайте масс как-то прохил, ребят. Ну куда? Чего вы рейд не поднимаете? Сейчас в лужу заходим, просто масс хил какой-то. Сейф, не знаю, что там делать. Один танк живой ДК помогает. Шпили у косты кикают, роги. ДК пока помогает держать босса. Ибо сейчас у нас единственного танка уже склеила. Жив свой за черепус написали. А, за черепус. Ребята, у нас 7 хилов. Давайте как-то побольше хила. Тотемы на ману ставьте. Давайте я маленький буду ставить. Может, поможет. Фулл ребаф по второй пати. Просто кидайте там цепнуха, их отхиливайте, и все. Сзади друид стоит, залейте. Сейчас лужа будет. Шпиль на самом краешке. Вообще шикарно, рейд может выйти и просто бить шпиль. Танки уходят. Ребята, вам просто нужно сделать макрос на сбитие костов, не парить мозг. Вы выбираете там все, вы запомните цель шпиль по-быстрому, и потом сбиваете ему каст. Давайте, заливайте шпиль. ДК нету. У нас один хил танк тяжелый. ДК, помогайте в бок его поставить. Фулл ребаф по рейду отдайте. Сейчас ДКшников сложить будут. Вы там явно шпилю каст пропустили. Ставлю тотем. Шпиль возле черепа появился. Роги на шпиль. Ну, ребят, к сожалению, вот так пока играем.
Или у косты не забывайте кикать, он отхиливает босса. Оф, спек прописали. Сейчас, кстати, будет перебежка. Побежали. Весь рейд уже убежал, стоит, ждет хилы, там просто начинает прохиливать. И дайте по на перебежке фул ребаф по всему рейду. Паладины, друиды, все, кто может, ребафать, ребафать. Так, возле меня, возле, ну, возле черепа стоит Дживс. Если надо, кому-то бегите, чините. Чуть-чуть задним. Шпиль прямо в боссе стоял. Стоит. Роги сбивает косты. Все остальные играют через шпиль у босса. Все, сообщение на ролл последний отвезти. Крин сделал. Angry Birds. Грипните, пожалуйста, в рейд. Потому что он уже запарил. Все, кто умер, добегает. А вот теперь начали жесткие лаги. Прохиливайте рейд. И все по чуть-чуть поближе к боссу. Встаньте, отдалите просто камеру на максимум. Сейчас будет лужа. Я надеюсь, она кинется по мелочи. Шпиль стоит, косты кикайте. Босса выведите просто с лужи к черепу. И будем здесь рядышком стоять. Шпилю косты, роги кикайте. Давайте, остальные больше не встают. Даю Геру, отбурстите в шпиль и в босса. Косты. Одни роги сбивайте, только косты шпилю. Все остальные в босса. Хотите, можете доковырять шпиль, блин. Каст. Ребята, каст. 6%. Все танки лежат. БР дать? БР идти танков. ДК держите, босс. Не вставайте, не бегите, кто больше никто. Простите, зачем встал? Звездопад с аваридом стоит. Блять! Шпилька, сука. Какое падло вот это сделало? А мне стоит. Ген, на шпиль. Босса долейте, чуть-чуть осталось. Ребят, чуть-чуть. Геру для павших, знаете кто-нибудь один? Кто все-таки встал и добежал там, либо кого ребафом. Служи, ты хоть выйдете? Все, наконец-то. Дайте масс-рез тут. Масс-рез? Даю масс-рез. Кто дал нам вот эту дебильную овешку? Найдите, пожалуйста. А что, не прошло? Вульфыча не трогайте, который выходит с рейда. Скиньте отчет по костам, пожалуйста. Даже я успел два раза прервать. А чё, селивает? Устали. Ну, конечно, устали.
Ну, задержки были лютые. Ну, пока на людей не наорёшь, то, блин, ничего не делают. Не, я про кастование, как, ну, этих скиллов. Давай сейчас опал. Ребят, разойдитесь, пожалуйста, я в босса попасть-то не могу, ёшки. Сейчас я лут себя закину, чтобы он сохранился. Это мало ли, сейчас что Сирусу в голову придет. Не надо потом опять скрины кидать. Я просто сейчас все в сумку в отдельную перекину, да и все. Где кто стоит? Тапай. Серьезно? Сколько еще человек прочитает? Роль это. Ребят, а там 4 слова unroll написано. 4. Мало. Наверное, надо прописать макрос. Объявляется unroll. Надо unroll через описан, тогда понятно. Че, Вольф, и че, уже все пишешь? Маунт. Бля, я его когда-нибудь стролю в этой жизни, нет? Нет. Все может быть, все может быть. А кто хотел? Сейчас я класс от всех отойду, чтобы к черепу трейд. А кто выиграл? Дэдмак. Гагаус? Дэдмак. Какой Гагаус?